Всем привет, вы на канале Китай ТВ, и сегодня у нас очередная посылочка с торговой площадки AliExpress. А здесь у нас, значит, USB шнур, шел он где-то дней 50 точно, покупал на горячих покупках за 74 цента. То есть продавец тоже оценил 74 цента. Вот, как видим, 74 цента, вес 20 грамм. Это USB шнур, он такой необычный. Он подключается, когда вот, допустим, да, к компьютеру или к заряду, ну, в зарядку телефона. Он будет светиться разными цветами, как у продавца указано. Сейчас проверим. Ножик вообще что-то ничего не режет. Вот такой вот USB шнурочек, значит. Вот тут у нас такой вот рожица такая интересная. Тут тоже. Давайте подключим сейчас его и посмотрим, как он будет светить. И будет ли он вообще работать. То есть вот, да, как видим, он при подключении к компьютеру, то есть к системному блоку, выдает разные такие интересные цвета. То есть вот там вот, почему, вот видите, раз, вот другой уже цвет. Почему-то плохо видно. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.